В редакцию телекомпании поступил звонок от обеспокоенных жителей дома номер 17 по улице Молодежная. За их окнами начали спиливать деревья, но не все жители дома дали на это согласие. Наша съемочная группа выехала на место событий. Утро для жителей этого дома началось не с чашки кофе, а с резкого звука пилы за окном. Возмущенные жители вышли на улицу, чтобы разобраться в этом вопросе. Начали срезать деревья. Молодые, здоровые. Я подошла к мастеру, попросила, чтобы остановили срезку деревьев. Но никто слушать не стал. Якобы дало согласие благоустройство нашего города, что якобы эти деревья, они падают и кому-то мешают. С утра просыпаешься летом, осенью, весной, всегда красота. Никогда эти деревья не падали. Все было хорошо, все было красиво. Кому они помешали, неизвестно. Мы спросили у сотрудников, почему они совершают спиливание деревьев. Почему вы пилите деревья сегодня тут? Потому что домком взяла разрешение и сделала заявку. Как оказалось, старшая по дому приняла решение о массовом спиливании. Жители возмущены. Они хотят, чтобы двор был озеленен. Лично в наш подъезд дома нашего никто не приходил и ни о чем не говорил. Проблема спиливания деревьев есть почти в каждом дворе. В данном случае из-за того, что решение домкомом и жителям принималось не коллективно, произошел конфликт. Виктория Матанцева, Валерий Колдомов, Воткинске.